В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структур и управления рассказали об итогах работы за прошедшую неделю. С 26 июля по 1 августа на территории округа ликвидировали 10 пожаров. Отдельное внимание уделили вопросу проезда специальных служб во дворы, где есть шлагбаумы. Всем шлагбаумы, которые находятся в въездах в многоквартирные дома, два наезда садоводческие товарищества должны быть оборудованы автоматическим открыванием для пропуска пожарной техники. На сегодняшний день рассматривается вопрос о создании звукового детектора, который будет распознавать сигналы скорой помощи, пожарных и полицейских машин и автоматически открывать шлагбаумы. Что касается безопасности на дорогах, на обочинах удалили 9 аварийных деревьев. В рамках организации безопасности дорожного движения проведено в нормативном состоянии 36 дорожных знаков, установлено 28 новых. Продолжается работа по ремонту пешеходных тротуаров. На прошедшей неделе работы велись по улице Митрофанова. Площадь ремонта составила 513 метров квадратных. В 2021 году запланированы работы на 18 тротуарах. 13 из них уже отремонтированы. Кроме того, обновили подземный переход в Томилине. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.